Всем привет! В эфире телеканала «Самара ГИС» Афиша. В ближайшие минуты расскажу, как ярко и интересно провести эти выходные. Неповторимые авторские аранжировки, погружающие в атмосферу джаза с первых нот, обещают сегодня вечером во дворике музея «Модерна». Для самарцев выступит группа «Интро». Музей Ильдара Рязанова открывает сезон пешеходок. 5 июня самарцев и гостей города приглашают на пешеходную экскурсию «Самара-Ильдара Рязанова». Расскажут, как «Волга» повлияла на судьбу Ильдара Рязанова, почему семья мамы режиссера переехала в Самару, что за бизнес был у дедушки Рязанова и как жили в Куйбышеве эвакуированные артисты. Не будем раскрывать всех секретов, а их еще много. «Персона Жи» – выставка открывается в субботу в «Стрелка-холл». Более 40 иллюстраторов из России и стран СНГ представят изображения, анимации и арт-видео различных персонажей. Это будет графика, акварель, диджитал-арт, коллаж и пластилиновая иллюстрация. Прийти можно до 20 июня. В воскресенье берем детей и отправляемся всей семьей в кино «Под звездами». В амфитеатре у Ладьи 6 июня – детский день. В расписании – любимая классика. Остров сокровищ, ходячий замок, няньки и не только. Найти себя в искусстве, пройти галерею «Лабиринт» и прийти к себе настоящему. 8 комнат – так называется арт-проект о поиске смыслов и гармонии в себе. Пройдя через все 8 комнат, зритель получает обнуление и переход на новый уровень вибрации. Ощущения после прохождения проекта сложно предугадать заранее. Одни получают состояние радости и наполненности, другие хотят побыть наедине с собой в тишине, осознать изменения, которые произошли внутри. Некоторые зрители даже плачут, но это добрые слезы. Потому что сложно вместить в себе пережитое за эти 40 минут. На этом все. Всего вам доброго, отличного настроения. До встречи!